Да. Здравствуйте. Вот мимо шла, думаю, посмотрю, как живут знаменитости-то. Знаменитости прекрасно живут. А у нас-то, знаете, очень много новостей. Неужели Элтон Джон на острове? Да нет, киношники приехали. Вторую неделю к съемку готовится. А Леонид Андреевич вызвался их консультировать. Ну что, еще не уехал? Нет, у него уже отпуск, и потом ему надо восстановиться после ранения. Леонид Андреевич прекрасный человек, такой вот обаятельный. И что он там консультирует? Так сериал-то криминальный. Да, точно. Я забыла, у нас либо криминал, либо мелодрама. Ну, это вы напрасно. Есть очень хорошие сериалы, такие вот жизненные, добрые. А Леонид Андреевич... Он же всем помогает. Да, пора канонизировать. Кстати, вот это подарочки для вас. Отлично, спасибо. Сколько вам должны? Ничего не должны. Это все оплачено. До свидания. До свидания. Пристань. Здесь одна дорога. А кого здесь встречать? Живых или мертвых? Хороший день, не хотелось бы его портить ни теми, ни другими. Тогда поворачивайте, пока не поздно. А то придется выбирать. Выбирать? Да. Выбирать между теми и другими. Метите на кинотавр. Берите лучше. Вы Агата Север, я вас узнала. Лина Белова, режиссер. Прогуглю при случае. Точно такая, как вас описывала Маруся. Вы знакомы с Марусей? Приходите сегодня на площадку на смену. Будет интересно. Быстро определяйся, обижаться или нет. Потом решу. Сегодня аншлаг? Вы тоже по делу? Потап привез лекарства для больницы. А мы с Майей ждали вас в прошлое воскресенье. Как договаривались. Я работала, книгу закончила. Надеюсь, хорошее получилось. Так это замечательно. Расскажете? Вам там лекарства привезли? Забирать-то будете? Да, уже иду. Угу. Кира, привет! Я придумала, как сделать ту сцену на утёсе. Это очень круто. Надо только с Линой посоветоваться. Давайте помогу. Не надо, я сама.
Николаевна. Добрый день, Майя. Не забудь про наше занятие. Нет, конечно. Начинаем с понедельника. Сейчас придет машина. Поедем. Мне нужно пройтись немножко. Меня что-то укачало на катере. Вы не могли бы взять мою сумку? Возьму, куда я денусь. Только не задерживайся. Здравствуйте, Ира. Здравствуйте, Ира. Красивая, кто это? Учительница из местной общины. Дает уроки гончарного мастерства в Майной школе. Что за община? Да никто толком не знает. Живут обособленно на другом краю острова. На другом краю острова? Звучит, как на обратной стороне Луны. Кстати, вот тот старик, старейшина из их общины. Можете пообщаться об обратной стороне Луны. А мне нужно все-таки лекарство забрать. Дождетесь меня? У меня дела. Здрасте. Что-то мертвецов не видно. И не увидите, пока живые здесь. Обидно, а я все жду феерию. Живые уходят, когда мертвые возвращаются, и наоборот. Жесткая ротация? Так будет до тех пор, пока остров в равновесии. Понятно. Решил остаться? Да, давно не был в отпуске. Решил, что имею право. Твое самое большое заблуждение, что тебе кажется, что ты на все имеешь право. Я? А помнишь нашу поездку в Мексику? Твой литагент передала. Наверное, новый роман. Тебе передала? Нет, наверное, тебе захватил, когда спускался с катера. Мне не трудно. Обещай. А, понятно, куда ты шла? Доброму доктору и прекрасной дочурке. Ты думаешь, правильно иронизировать по поводу человека, который спас тебе жизнь? Я думаю, правильно нам с тобой поговорить. Ты же понимаешь, что я остался за тебя. Агат, я перед тобой виноват. Это уже не важно. Да, у тебя теперь новая жизнь. Так дай мне жить этой новой жизнью. Похоже на Колобка в начале карьеры. Так, Абуш, мы сегодня с папой несем их на тобот. Пойдешь с нами? Нет, я куда-то приглашена сегодня вечером. Тобот важнее. Хорошо бы узнать, что это. Это такое специальное место на берегу озера. Туда в день Укко приходят души умерших. И каждые должны найти свои кабуши, чтобы знать, что родные их не забыли. Кабуши? Тобот, Укко. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы все запомнить? Нисколько. Оно уже там, с самого начала. А у тебя есть тот, кто умер? Всегда есть тот, кто умер. Это ему достанется. Сережа, ты не должен этого делать. Должен и буду, и ты прекрасно знаешь, почему. Здрасте. Здрасте. А доктор дома? Нет, его нет дома. Ну, уже есть. Что случилось? Простите, что дома беспокоим. Вера плохо себя чувствует. Возможно, отравилась. Чем? Ну, кто же знает. Ерунда это все, ничего серьезного. Так, давайте я смотрю и все поймем.
Дал ей кое-что от тошноты. Поможет, нет, не знаю, тут от особенностей организма зависит. А вообще, мне кажется, она беременна. Дети – это прекрасно. Вы правда так думаете? Конечно, я правда так думаю. С некоторыми оговорками, незначительными. Я же вас жду, и Кабуша тоже. Варвара, у меня к вам разговор. Передайте, пожалуйста, Потапу, что корреспонденцию, адресованную мне, я буду получать сама. Не стоит отдавать ее в чужие руки. Ну, конечно. Слушайте. День и ночь, день и ночь. Форменная Содома и Гоморра. Я за свою жизнь столько не видела, сколько за эти 2 недели. Так, кто-нибудь разберется со свитерами для массовки? Смена на носу, у нас конь не валялся. Пойдем пока. Вот продюсерша. А вон там, вот там режиссерша. Да, кстати, вам письмо. Из издательства. Может, объяснишь мне, что происходит? Ты не помнишь текста. Все время раздражена, на всех срываешься. Что происходит? Где она и где профессия? Не смешите. Пошла ты. Катя, пожалуйста. Это все, на что она способна. Если вдруг надумаете спасти фильм, я под рукой. У меня все отлично. Я готова хоть сейчас. Тогда иди переодевайся. Погуглили? Руки не дошли. Другим были заняты. Рада вас видеть. Что-то с рукой? Спасибо. Заметили? Незначительная деталь, которая может освежить персонаж. Намекает на то, что у него есть какая-то история, которая может удивить. А вы всех людей рассматриваете как персонажа? А вы нет? Практически драма на охоте. Не так грустно, как у Чехова, и без криминальной составляющей. Мой отец был страстный охотник, и иногда брал меня с собой. Я этого не помню, и не помню, как меня подстрелили. Случайно, вместо зайца. Или тетерева. Не помните? Маленькая была. Пуля раздробила сухожилие, и теперь у меня проблемы с подвижностью руки. Небольшие. Это подошло бы для сюжета? Нет. Это шло бы для характеристики героя, а для сюжета оставим «я не помню». Почему? Ну, все всегда вспоминается, и причем в самый неподходящий момент. Но это бывает не только в книгах. Не только. Но в книгах чаще всего. Вы говорили, что знаете Марусю? А, это долгая история. Долго? Вру. Короткая, но я все равно не успею сейчас рассказать. До съемок мне еще нужно текст с артистом до пройти. Обещайте, что придете на съемки. Соглашайтесь. Простите? Если она предложит вам работу, соглашайтесь. Она обязательно пробьет проект и снимет блистательную экранизацию. Умную, нетривиальную, с хорошим нервом. Занятно. Ваша проза давно это заслужила. Тысячи вещей могли бы спасти меня, сотни городов укрыть. В какой момент все стало необратимым? Прекрасная фраза для начала романа. Спасибо. Интригующая. Вообще-то я большая ваша поклонница. И эта девочка, которая ушла тоже, она вам это не говорила? Нет, мы говорили о другом.
Видимо, она убежала переговорить с кем-нибудь из съемочной группы. Вы хорошо ее знаете? Совсем не знаю. Это моя дочь. Мятежница, неспровергательница основ. Ой, упрекает меня за то, что я чрезмерно ее опекаю. Но, в принципе, мы ладим. Ой, извините, я не представилась. Елена. Агата. Мне очень приятно с вами познакомиться. Да. Вы идете? Нет. Сотрясающий, стань камнем защиты помысла моей. Укажи душам ушедшую дорогу памяти моей. Любопытная все-таки вещь, народное поверье. Можно не придавать этому значения, но я тоже оставила одну этому тобуту. Для отца. Я его совсем не помню. А вы свои принесли? Забыла прихватить. Не боитесь, что мертвые придут к вам? Боюсь. Иногда, что похоронил, вваливается в твою жизнь. Без посторонней помощи и ритуальных жестов. Думаешь, я такая дура, не понимаю, что ты затеял? Аккуратнее. Не визжи, достала уже. Корчишь из себя великого оператора, а сам только на мелкие подлости способен. Ну что, опять не слава богу? Ты у нас ассистент по актерам, ты разбираешься с суперзвездой. Арина, смена же... Увидеть тебя не могу, уйди! Эй, вы, принесите мое кресло! Свет уходит! Вот! Варвара передала для всей вашей съемочной группы. Замечательно, спасибо большое. Я устала от твоих истерик. Соберись. Лин, я собрана. Каждый раз это Арина проблема. Вот в третьем проекте Линочка ее снимает, и все время истерики, капризы, ну, звездные болезни пышным цветом. Ты не меняешься, это скучно. Ты понимаешь, он специально это делает. Ужасный характер, а Линочка на звук не привязалась. Ну что? Приготовились к съемке. Будет дубль. 3:25, 1:4. Так, давайте, пока ветер хороший. Ушли все из кадра. Внимание! Начали! А где Арина? Ой, тише, тише. Да все нормально. Это манекен. С такой высоты не различишь, да? Понимаешь, что ты мне здесь даешь все по первому плану? Мне этого не нужно. Делай так, как мы вчера репетировали. А где Арина? Так злые силы увлекли. Согласно сценарию. Эффектно получилось, да? Да, эффектно все сорвалось. Сцену на мысу переснимем завтра. Арво! Арво, мне нужна ваша консультация.
По поводу легенды о мертвых, которых Ука возвращает на землю. Заинтересовались. Да. Слышали, вчера дерево сгорело от удара молнии. Раз в году громовержец Ука проезжает на огненной колеснице по небу и указывает мертвым дорогу в царство живых, если у них остались незаконченные дела. И каждый год сжигают сосну. Нет, знаки могут быть не такими явными, но они всегда есть. Вот, здесь все описано. Читайте здесь. Отлично. Вчерашняя молния говорит о том, что кто-то из мертвых должен вернуться, потому что у него остались незаконченные дела. Ну, мертвых мы и так постоянно встречаем. Плохо не то, что мертвый должен вернуться, а то, что живой должен будет уйти. Когда-нибудь вы поймете. Осталось только поверить в макаронного монстра, и картина мира сложится окончательно. Не знал, что ты приверженец языческих культур. А это не совсем язычество. Да? Да, то, из чего соткан остров. Не мы придумали эти смыслы, не нам их менять. И поэтому ты решила задобрить мертвых угощенец? Я забочусь о живых. Ты заботишься о живых? Что-то новенькое. Манекен не убрали. Это не манекен. Да, я, конечно, не судмедэксперт, но, похоже, смерть наступила в результате падения с большой высоты. Теперь вы понять время смерти. Надеюсь, ваш доктор... Доктор справится. Он отличный специалист. Не сомневаюсь. Да, вчера она была жива и была в ярости. Что еще? Да у них что-то не получалось. Там со съемками они делали много дублей. Кстати, почему тебя не было? Ты же там у них консультант. Я консультант на добровольных началах. Консультирую по криминальной части, а мистическая часть проекта меня мало интересует. Ну, чего там? Без толку все. Никаких следов. Там же полпоселка побывало. Еще эта съемочная группа, сколько их человек. Ну да, в общем, тут все понятно и так. Это даже не несчастный случай. Самоубийство. Откуда такие выводы? Ну, как бы о покойной не очень правильно. Ну да ладно, работа такая. Истеричная была барышня. Скандалы, постоянные разборки. Мне Варвара жаловалась. А мне она показалась вчера грустной. Вот. Нет, не вот. Но не готовой кончить жизнь самоубийством. Это еще почему? Да потому же. Слишком много ярости. Ладно, Тарас, вызовите, пожалуйста, доктора, хорошо, и позаботьтесь о теле. А я пока допрошу членов съемочной группы в гостинице. Ага. Как закончишь, приезжай. Хорошо. Ага. Да что такое-то? Когда же вы его стащили? Воспользовались таки своим служебным положением, забрали самую важную улику. Что значит служебным положением? Я имею в виду ваше знакомство со следователем. Как вам не стыдно-то? У вас совесть-то есть? Это же дневник погибшей. Мы 3 часа свидетелей опрашиваем. А тут дело на 5 минут. Он больше меня не любит. Я не знаю, как с этим смириться, но знаю, что она его не получит. Ни за что. Что это, по-вашему? О чем это говорит? Ни о чем. Во всяком случае, это не говорит о том, что она хотела покончить жизнь самоубийством. Это вам это ни о чем не говорит. А хорошему психологу это кое о чем говорит. Чтоб вы знали, это как ее режиссер Лина, да? Она рассказывала, что девушка в последнее время была неадекватна. Вела себя
как-то так странно. Срывала съемки, ругалась со всеми. Было такое? Было. А иногда замыкалась, уходила в себя. Так вот, это называется эмоциональные качели. И поверьте моему опыту, очень часто эти качели заканчиваются полетом башкой вниз. Тем более у артистов. Вы знакомы с миром кино? Да, был опыт. Грустный. Давно. Ну, самое главное, что теперь у нас есть запись, которая прямо указывает на суицид. Причем единственная запись. Ну и что? Запись единственная. Вам это ни о чем не говорит? Нет, ни о чем. Молодежь сейчас переписывается в соцсетях. Вы это сами прекрасно знаете. Они переписываются, разговаривают. А сокровенное, личное, доверяют только себе, дневнику. Вот поэтому здесь так мало записей. А что, листочки вырваны? Как будто бы кто-то хотел, чтобы мы специально прочли именно эту запись. М? Так, знаете что? Вы думаете, что хотите? А улику я реквизирую. Да ради бога. Добрый день. Хотя какой он добрый. Все просто ужасно. Когда Леночка прислала мне фотографию острова, боже мой, я так вдохновилась. Роскошная природа, необыкновенная атмосфера, легенды Севера. Вот это то, что было необходимо для ее фильма. Она столько сил вложила в этот фильм, столько души. И на тебе. Эта мерзавка все испортила. Что испортила? Я знаю, так нельзя говорить. Я очень переживаю за Алину, правда, поверьте. Но я мать моей дочери. Алиночка, она так привязана к этому волчонку. Господи, она так радовалась, что первый раскрыл ее талант. Терпела все это хамство, невежество. Сделала из нее звезду. И вот тебе благодарность. Мама, как ты можешь, человека больше нет. Прости. Я не знаю, что я говорю. Прости. Я вообще не понимаю, что происходит. Забыла вещи на площадке. Спасибо, добрые люди привезли. Этот остров проклятый, вот он так действует на людей. Да остров здесь ни при чем, все дело в людях. Лена, у Арины были с кем-то конфликты на площадке? Съемочная группа всегда конфликты. Критическая масса творцов на один квадратный метр. Борьба самолюбия и амбиций. Мест под солнцем не так много. А здесь и солнце почти не видно. Знаете, Агата, у нас очень тяжелые съемки. Были перебои с финансированием. Еще и у нашего исполнительного продюсера Светланы украли все деньги. Вот как? Да, но это не имеет никакого отношения к Арине. Ее ждала отличная карьера. Мне трудно представить обстоятельства, при которых она бы отказалась от нее. Но это не значит, что их нет. Как прошел опрос свидетелей? Как всегда бывает у творческих людей. Переполох, курятники, много фальшивых переживаний. В общем, все как в нашем кино. В сухом остатке? В сухом остатке. Девчонку никто не любил. Ну, кроме разве что режиссеров. Она свято верила в ее талант и много ей прощала. Любимчиком начальства уготовано место в аду? Арина не профессиональная актриса, но у нее есть харизма и камера ее любил. Да я угадаю, это сказал оператор. В точку. Они вчера на площадке выглядели смертельными врагами. Что еще вчера было интересно на площадке? Ну, если визит Ука оставить за скобками, да, то несколько испорченных дублей, пара истерик, да, и враг – девушка по имени Катя. Подруга главной героини. Она, кстати, переживала весьма убедительно. Вот именно. Это говорит о том, что она профессиональная актриса. Потому что подруга главной героини – это диагноз, от которого хочется избавиться. Таким радикальным способом? Я все-таки думаю, что это было убийство. Но я в этом даже не сомневаюсь. Помнишь мой любимый метод? Найди того, кто видел больше всех и... Задай правильный вопрос. Это мой любимый метод. Наш любимый метод. И кто этот человек? Варвара.
хозяйка гостиницы. Вчера вечером она слышала, как Карина кому-то угрожала. Сказала, даю вам день, чтобы обо всем признаться. Или я обо всем расскажу линии режиссера. И? Доктор, хотел с вами поговорить по поводу заключения. Можно? Не стоит! Почему? Ну, это место преступления. Преступление? Она сама вниз свалилась. Что в этом преступного? Есть предположение, что ей помогли. Чего, ваше? Нет, следователя, который ведет это дело. Ну и что, мне плевать, я цепочку золотую потеряла. Мне теперь что делать? Сказать правду. Какую еще правду? Вы не ладили с Ариной. Ну и что с того? Она в своем дневнике писала про мужчину, которого вам не отдаст. Что там так прямо написано, что мне? Слушайте, вы правда считаете, что мы не поделили мужика, и поэтому я могла избавиться от этой мелкой сучки? Да, я действительно ее ненавидела, но мужики тут ни при чем. Понимаете, я профессионал, я готова впахивать по 24 часа в сутки, да хоть по 78. Кино — это моя жизнь, понимаете? А тут появляется эта выскочка, и все начинает вертеться вокруг нее. Она могла себе позволить все что угодно. Прийти на смену неподготовленной, текст не выучить. Да она даже толком сценарий не могла прочесть. Хорошо, профессиональная ревность — это тоже мотив. Причем серьезно. Окей. Раз уж на то пошло, то мужчина тоже существует. И с ним я была сегодня всю ночь. Кто это? Олег, оператор. Ушел от меня под утро. И почти сразу вернулась моя соседка из соседнего номера. Сгодится для алиби? Вполне. Спасибо. Очень толково и профессионально. Значит, смерть наступила в районе 5 утра, да? Там все написано. Может быть, вы хотите меня что-то спросить, доктор? Например, про Агату. А вы ничего не можете знать об Агате. Сегодняшней Агате. Потому что вы — ее прошлое. Главное, чтобы она сама так считала, верно? Спасибо. Спасибо. Запишите насчет моей жены. Екатерину не видел? Нет. Если вдруг увидишь, передай, чтобы готовилась. Завтра с утра будем снимать натуру, заодно ее подснимем на общих вместо Арины. Решили-таки продолжать? Лина была против, но это распоряжение твоей жены. Пока все не решилось окончательно, съемки останавливать не будут. И так большие траблы с бюджетом. С ним всегда траблы. Скорее бы свалить отсюда. Здравствуйте. Здрасте. Пиво хотите? Нет. А я вас знаю.
Вы писательница. Вторая по популярности здесь после нашей безвременно погибшей актрисы. Я вас знаю. Вы тот самый деятель, который не ладил с безвременно ушедшей. И параллельно наставлял рога своей жене перед самым ее носом. Вы о чем? Да бросьте отпираться, Катя мне все рассказала. Прошу вас. Если Свет узнает, мне кирник. А вы пообещали Кате нейтрализовать соперницу? В каком смысле нейтрализовать? Ладно, я все расскажу. Этой ночью действительно был у Катерины, но сразу от нее отправился к жене. Какой молодец! Знаете, это легко будет установить. Не там, вы роете. У Арины был парень. Может, у нее из-за него крыша и поехала в последнее время. Какой парень? Местный подрабатывает он с площадки. Я когда от Катерины уходил, видел его у Арины на двери. Я даже не знаю, что между ними общего. Сергей, кажется. Все наладится, все будет хорошо. Здравствуйте. У меня информация для Сергея по поводу сегодняшней ночной съемки. Да что ж такое? Вчера опять под утро вернулся и снова. А вас так расстраивает, что он под утро вернулся или то, что он в кино подрабатывает? А вы не понимаете? Нет. Мы планировали жить уединенно, вдали от всех и всей этой вашей суеты. Настолько, что у вас гости по кустам бегают? Уходите. Да, конечно, сейчас уйду. Я хотела сказать, что этой ночной смены не будет. Трагически погибла исполнительница главной роли. Хорошо, я передам. Когда мертвые возвращаются, живые уходят. Потому что они уходят, потому что мертвый возвращается. Кто следующий? Появилась интересная информация по Сергею. У него на материке огромный долг. Если в ближайшее время не выплатить, придется продать дом. Сидел за воровство. 5 лет назад приехал сюда, сидя в колонии. Сережа, ты не должен этого делать. Должен и буду, и ты прекрасно знаешь, почему. Ну, конечно, он не мог с ней встречаться. У него жена серьезная, основательная, возможно, беременная. Он не мог увлечься этой заезжей актрисулькой. Все дело в деньгах, это просто. У продюсера, у Светланы, пропала крупная сумма денег. Ну, видимо, каким-то образом Арина это узнала, пригрозила. Она просто пригрозила, что расскажет про это Лине, и она за это поплатилась. Вот такой ты мне нравишься. Ты мне любой нравишься.
Уходи. Целуйте меня.